Комфортно, доступно, а главное бесплатно. Именно так можно описать новую креативную республиканскую акцию, которая носит название «Правовой экспресс». Сегодня в рамках республиканского проекта на железнодорожном вокзале станции Брест-Центральный юристы консультировали граждан в формате свободной беседы. Правоведы различных специализаций отвечали на любые юридические вопросы, разъясняли нормы законодательства, давали консультации, которые в последующем позволят людям решать ежедневные проблемы, связанные с пониманием и применением норм права. У нас традиционно проводятся акции по бесплатному консультированию граждан ко многим памятным датам для нашей республики, и в том числе и сегодняшняя акция, она приурочена к Дню независимости Республики Беларусь. Она, конечно, отличается тем, что мы подошли к этой акции креативно, к ее проведению, и впервые вот такая акция проводится в нашей республике. Это правовой экспресс, это поезд, на котором нотариус посещают все областные центры нашей страны и консультируют всех граждан, которым нужна наша помощь. К этой акции присоединились также представители Белорусского союза женщин и, конечно же, при поддержке Белорусской железной дороги. Оформление наследственных прав, составление завещаний, брачных договоров, отчуждение недвижимости и совершение исполнительных надписей — для многих граждан вопрос правильного оформления этих документов уже не стоит. Ведь все чаще брещане используют возможность бесплатного консультирования, чтобы разобраться с нестандартной проблемой. Меня интересовал вопрос договора дарения. Основные его пункты – это самый сложный договор для меня, потому что он односторонний. И очень важен был момент нотариального тарифа в отношении родственников. Я получила нужную консультацию. Такого рода акции, на мой взгляд, нужны по одной простой причине, что это позволяет обратиться всем нуждающимся в данной консультации с учетом возможности получить ее бесплатно. Сегодня за правовой помощью в рамках республиканской акции обратилась и брещанка Яна Иванова. По словам девушки, результатом беседы со специалистом она осталась довольна. Меня волновал вопрос о дарении имущества. Было очень быстро, качественно. Я получила всю информацию, которую хотела. Очень здорово, что можно просто прийти, быстро всю консультацию получить. Наверное, очень здорово было бы пожилым людям, которые не могут доехать до конторы. И считаю, что такие мероприятия важны. С каждым годом такие бесплатные акции становятся все актуальнее у населения. И неудивительно, ведь это быстро, удобно, бесплатно. Потому представители Брестской областной нотариальной палаты, Министерства юстиции Республики Беларусь уверены, что и данный республиканский проект «Правовой экспресс» тоже станет традиционным. На сегодняшний день мы все очень мобильны, мы все как-то живем активно, интенсивно. И, наверное, сложно человеку сейчас пойти куда-то специально выбраться, вот, чтобы проконсультироваться. Такая у нас сейчас динамичная жизнь. Поэтому, наверное, этот формат, он актуален, потому что люди, находясь в пути, в дороге, решают свои вопросы, в торговых центрах формы такие приобретают, на предприятиях сразу по месту работы. То есть это делается именно для удобства, для доступности для людей. Поэтому думаю, что этот формат актуален, будет развиваться дальше. Завершится республиканская акция 1 июля в мемориальном комплексе «Курган Славы».